Тогда я не смогу купить одежду. У тебя и так много одежды, сестра. Зачем тебе новая? Все уже старое. Подруги видели. Скажи сестре, она сошьет платье. Тогда я надену новый костюм, сшитый сестрой. Это она шила для тебя? Нет, для клиента. Ты хочешь носить чужую одежду? Ну и что? Она же не знает. Я верну до того, как она ее заберет. Сестра, это чье-то имущество. Ну и что с этого? Она не знает. Даже если она не знает, Аллах знает. Больше так не говори. Вместо этого скажи сестре, чтобы она сшила платье из какой-нибудь ткани. Или изменить фасон из твоих старых. Чтобы я никогда больше не слышал об этом. Брат. Хорошо, дам тебе 300 тысяч. Вот и все. Ну ладно, давайте прямо сейчас. Шайдо, сначала я закончу работу, я же не убегаю. Вместо этого иди завари чай для меня. Знаешь, только проси деньги. Хорошо, сейчас. Эй, кухня там. Я возьму свой телефон. Ну да, телефон. Ну как, папа? Отлично, да? Тебе нравится? Да, мне понравилось. Самая лучшая машина. Да. Папа, это что-то новенькое? Да, новое. Очень понравилось мне. И мне тоже понравилось. Как твои дела? Хорошо, спасибо. Вы сами не устаете? Спасибо, сынок. Закончил работу? Да, закончил. Я здесь, чтобы пойти домой вместе. Да, пойдем вместе. Вы освободились? Да. Пойдемте тогда. Ладно. Я впервые вижу такие места. Мы приходили сюда много раз. С друзьями приходили играть на гитаре. Ой, будьте осторожны. Да, не волнуйся. Надыр! Эй, Надыр! Надыр! Эй, Надыр! Ассаламу алейкум, аль-шираке. Где Надыр? Сейчас. Дорогой.
Прошел один месяц. Ты должен заплатить деньги сегодня. Здравствуйте. Валикам ассалам. Пришло время оплатить счет. Принеси деньги. Али Шереке, немного потерпите. У нас скоро свадьба. За 2 месяца заплачу потом. Что ты бормочешь? Мы не так договаривались с тобой. Вот все здесь записано. Ты обещал вернуть его в срок. Обещал, что не будет опозданий даже ни один день. Принеси деньги. Я другого не знаю. Брат, позвольте, я заплачу в следующем месяце. По крайней мере, добавьте еще неделю. Нет, вовсе нет. Ты все записал на бумаге. Или мне позвонить в милицию? Кроме того, ты обещал женить моего сына. Все, прекратите, не кричите. Донеси. Хорошо. Посмотри на меня. Что, ты не можешь вовремя давать долги? Какой тебе выгода заставить ждать меня месяцами? Брат, забирайте свои деньги. Не читайте мне нотации. Вот. Деньги. Вот, брат. Пожалуйста, я не хочу видеть вас целый месяц. Еще злиться на меня. Ну ладно. Что же нам делать? Не волнуйся, все будет хорошо. Я закончу свои дела. Закрой ворота. Хорошо. Чтоб тебе. Зилола? Да. Ты хорошо встретила сватов? Да. Ваша мама и бабушка очень хорошие люди. Тебе понравились? Угу. Мне очень понравились. А понравилась ли ты им? Шучу. Они пошли, потому что ты им понравилась. Шерзотаке? Да. Расскажите о своей семье. О моей семье? Ты меня знаешь. Видела мою маму. Ага. Видела мою бабушку. Угу. Хорошо, давай. Начнем с моей бабушки. Моя бабушка очень добра к нам. Бабушка воспитала меня с детства. Я внук, который бабушка любит больше всего. Она всегда благословляет нас. Говорит, чтобы мы не ходили голодными. Короче, всегда думает о нас. А ваша мама? Ну, а мама? Она копия моей бабушки. Говорят же, свекровь и невестка будут очень похожи друг на друга. Она вылитая моя бабушка. А как насчет вашего папы? Папа... Папа... Папа тоже хороший человек. Он был поваром. Он проводил все свадьбы в нашей махалле. Очень хорошо готовит плов. Пальчики оближешь. Значит, если я немного неправильно приготовлю еду, мой свекр будет ругаться? Да нет. Почему должен ругаться?
Он может дать тебе совет, но никак не поругает. Ага. А ваш брат? Брат-учитель. Он преподает в школе. Он уходит на работу рано утром и возвращается вечером. Даже в воскресенье работает. Он очень детей любит, поэтому стал учителем. Но у них пока нет детей. Моя невестка тоже хорошая женщина. Она отлично справляется с работой по дому. У нас всегда чисто и аккуратно. Говорят же, на этом свете не без недостатков. Если Богу будет угодно, у них будут дети. Вы не рассказали мне о своей сестре. Ты знаешь, моя сестра разведенная. Она живет с нами. Бизнес-леди. Имеет свой бизнес. Моя сестра также редко бывает дома. Весь день проводит на работе. Вот такая у нас семья. Насколько я знаю, скоро в нашей семье появится еще одна девочка. Ваша невестка беременна? Почему ты не понимаешь? Ой. Я имею в виду тебя. А-а-а. Ты тоже станешь членом нашей семьи. А теперь ты расскажи о своей семье. Это мой брат. Моя невестка. Я и моя сестра. К сожалению, у меня нет родителей. Но мой брат вырастил нас и занимал место наших родителей. Он стал и отцом, и матерью. Мой брат – наш защитник. Он все сделал для нас. И мы также будем оправдывать надежды брата. У нас тоже в семье. У брата нет детей. Из-за этого мой брат немного пал духом. Однажды Бог даст. А, кстати, вы знаете мою сестру? Деспотичная Шайдо. Да, ее знаю. Вот такие дела. Давай немножко пройдемся. Хорошо. Ассаламу алейкум. Валикум ассалам. Проходи. Бехрус, как ваши дела? Да, спасибо. Как ваше здоровье? Да, спасибо. Не устаете? Нет, спасибо. Все хорошо. Что сегодня, не работаешь? Сегодня у меня почти нет работы, поэтому заглянул к вам. Мне скучно. Хорошо. У вас тоже сегодня выходной, Бехрус? Похоже, так. Как ваши дела с той девушкой? Не понял, какая девушка? Шайдохон. А, это? Это еще не решено.
Все в порядке. Почему ты спросил? Все в порядке. Да, кстати, ты с ней... А? Я понял. Просто набери терпение. Потом я сам скажу тебе. Договорились? Идет. Шайдо может начать работать здесь. Между прочим. Неужели? Да. Ну, тогда, думаю, мне лучше уволиться и прийти сюда, чтобы работать с вами. Не думаю, что мой отец отпустит тебя. Кто знает. Тогда я частенько буду навещать вас. Хорошо. Что скажете? Ладно, сам знаешь. Вот только работу тоже не забудь. Для нас главное – это работа. Ты же это знаешь? Да, я знаю. Никогда не забывай об этом. Хорошо. Здесь так много новых фасонов. Да, увеличиваем разнообразие. Зилола. Как думаешь, нужно ли невестке делать с утра келенсалон? Да, так. Тогда она и мужу будет делать келенсалон? Нет, я думаю, только родителям и родственникам. А как же ее муж? Разве ее муж не человек? Может, и мне тоже сделаете келенсалон? Да, только через год. Почему? Вы скажете, дорогая, как ваши дела? Да, это здорово. Я пошутила. Секунду. Алло? Ассалам алейкум, брат. Валейкум ассалам. Шерзод, как дела? Хорошо, спасибо, брат. Что случилось? Все в порядке. Я хотел попросить, приедешь ли ты в школу, если у тебя есть время. Ага. Я купил лекарства для твоей невестки. Я могу сегодня дежурить в школе. Будет лучше, если ты отвезешь лекарства. Хорошо, хорошо. Я сейчас вместе с Зилолой. Я ее провожу, потом подойду. Можно? Хорошо. Но будет лучше, если ты приедешь пораньше. Хорошо. Постараюсь, как смогу, брат. Пока. До встречи. Что он сказал? Да, купил какие-то лекарства. Говорит, надо домой отнести. Ваша невестка больна? Да, к сожалению, так. Чуть-чуть болеет. Если так, встанем побыстрее. А вы отнесите лекарства. Ладно. Но вы не расстроены? Нет. Почему мне расстраиваться? Ну и хорошо. Пойдемте тогда. Пойдемте. Почему в отеле уже 3-4 дня дела идут плохо? Почему ты приходишь на работу поздно? Я тебя спрашиваю. Это что, папин дом, мамина квартира, что ли? Шеф, у меня были проблемы в семье. Семейные проблемы не имеют ничего общего с работой. Мой отец был очень болен. Что случилось? Все в порядке? Он попал в аварию. Серьезно? В тот день, после того, как я вышел из вашего офиса, я вернулся домой, но дома никого не было.
Мне не сообщили. Тогда я позвонил маме и узнал все. Сейчас он в порядке? Не очень. Почему ты пораньше не сказал мне? Мы могли бы предотвратить это. У нас были знакомые врачи. Я хотел сказать вам, босс. Мне было немного неловко. Ты посмотри на него. Ты меня стесняешься? Я когда-нибудь тебе отказывал? Нет. Не отказывали, босс. Просто я очень ценю вашу помощь. Я не хотел доставлять вам неудобства. Джамшид, ты неправильно мыслишь. Если я не буду тебе помогать, то кому мне помогать? Спасибо, шеф. Отец сейчас в больнице? Да, в больнице. Я дам тебе денег. Возьми все, что тебе нужно. Все лекарства, которые ему нужны. Иди и навести его. Работа и дела. Дела подождут. Не волнуйся. Иди и будь со своим отцом. Спасибо, шеф. Передай сумку. Давай, давай. Хорошо. Вот, шеф. Вот, держи. Шеф. Скажи мне, если не хватит. Хорошо. Спасибо. Понял? Не стесняйся. Хорошо. Иди. Спасибо. Спасибо, шеф. Спасибо. Ассаламу алейкум, брат. Ва алейкум ассалам. Как дела? Как доехал? Спасибо. Иди домой и отдай это своей невестке. Угу. Понятно? Понял. У меня занятие. Я вернусь домой позже. Сейчас не смогу. Хорошо. У тебя были дела? Нет, нет. Я не отвлек тебя? Я с Зилолой гулял. Потом проводил ее домой. Если из-за меня... Нет, не смущайтесь. Не смущай меня. Все хорошо. Ладно, побыстрее. Твоей невестке нужно выпить. Хорошо. Ладно, пока. Ладно. Сестра, а это для кого вы купили? Для тети Санобар. Хороший материал. Она сказала, что надевает это на свадьбы. Подходит по возрасту. Как встретили сватов? Отлично. Вы тоже заходили? Да, я заходила. Вас это взволновало? Честно говоря, я была очень взволнована. Но его мать и бабушка очень милые женщины. Видя, как они ко мне относятся, я забыла, что они свахи. Правда? Да, это так. Дай Бог вам счастья. И пусть они будут добры к вам до конца. Да, спасибо. Моя дорогая сестра. Когда они снова придут? Должно быть, они и придут, чтобы назначить свадьбу. Вы уже будете замужем. Хорошо, что вы не выпустили из рук этого шерзотакя. А я не знаю, когда это случится со мной. Почему ты так торопишься? А теперь ты должна помогать нашей невестке по дому. Научись делать работу по дому. Научись готовить еду. Я умею готовить. Да.
Ты знаешь, когда мы рядом. Тебе будет тяжело, когда меня выдадут замуж. Это будет совсем несложно. У меня есть невестка. А что вы делаете, когда моей невестки нет дома? Ем на улице. Ну тогда пойдем, будем готовить ужин. Сами сделайте. Идем. Будем готовить тесто. Я научу тебя раскатывать тесто. Ты научишься. Мне совсем не нужна такая еда. Ну-ка, пойдем. Пойдем. Шерзод? Да? Иди сюда. Ассаламу алейкум. Валейкум ассалам. Как ваши дела, сестра? Хорошо ли отдохнули? Да, хорошо. Дома было так много проблем, но почему-то я совсем не знаю. Ты хоть бы сказал. Да, сестра. Я нашел тебе невестку. Хорошая девушка. Или ты меня совсем не уважаешь? Я ведь тоже член этой семьи. Я старший ребенок в семье. Это я воспитала тебя как мать в свое время, помнишь? Или ты уже забыл? Нет, сестра, упаси Боже. Я хотел показать вам. Когда? Свахи уже съездили к ним. Когда ты собирался? Хотел показать после помолвки? Нет, не совсем так. Из-за работы не было времени. Если хотите, я покажу вам фотографию. Не нужна ее фотография. Мне все равно, кто-то говорит или не говорит мне. Я просто хочу сказать, пусть она будет лучше и не такой плохой, как твоя невестка. Ты же знаешь характер своей невестки. Если что-то попросить, еле сделает за 2 часа. Вот велела принести кофе. Ее до сих пор нет. Да. Боже мой. Что за невестка нам досталась? Странно. Ассалам алейкум. Шерзоджан, как ваши дела? Как давно я просила вас приготовить кофе? А простите, сестра. Хорошо, наша кухня находится не в Герате. Я забыла. Как будто это в первый раз. Вот я тебе и говорю. Я не хочу, чтобы твоя жена оказалась такой. Вот, мало сахара. Кофе принесла через 1 час. Сахар принесла через 2 часа. Невестка, вы сахар принесете или нет? Сейчас. Сейчас, сестра. Кофе принесла через 1 час, сахар через 2 часа. О, Аллах. Вот, сестра. Как вы быстро. Приятного аппетита. Сестра, не волнуйтесь. Мама и бабушка пошли к ним. Она очень умная и хорошая девочка. А главное, она опытная швея. Если в нашей махалле будет такая швея, она научит девочек шить. Она будет такой. Будь осторожна с этим. Мне нравятся умные невестки. Нам не нужны такие бездельницы. Просишь чай, приносят кофе. Просишь кофе, приносят чай. Да не волнуйтесь. Она не в своем уме. Ладно, сестра, я пойду позавтракаю. Да, иди, позавтракай. Живешь-то припеваючи. Ладно. Невестка? Да. Вы
Не обижайтесь на мою сестру. Знаете же, когда она в ярости, никого не жалеет и говорит всякое. Нет, я не расстраиваюсь. Не думайте так. Что вы делаете? Я разогревала еду для вашего брата. Какая еда? Пельмени. Вы тоже будете? Да. Что бы кто ни говорил, я умру, если не съем эти ваши пельмени. Вы так вкусно готовите, невестка. Вы и ее научите, когда приедет ваша невестка. Да, с удовольствием. Бехрузаке. Ассалам алейкум. Ассалам алейкум. Валейкум ассалам. Опять пришли, да? Да, мы здесь. А ваша мама не пришла? Нет, мы вчера сфотографировали одну машину. Я показала маме, и ей понравилось. Она сказала разузнать цену. Ладно, проходите. Ребята вам покажут. Хорошо. Шайдо. Как ваша сестра? Хорошо. А как родственники? Спасибо, хорошо. Моя мама хочет заказать еще одно платье вашему сестру. Ладно. Пусть принесет, она сошьет. Ваша подруга не будет ли испытывать трудности с выбором автомобиля? Выбор почти сделан. Ах, да, Шайдо. Можно мне ваш номер телефона? Да, можно. А зачем? Я позвоню вам, прежде чем приеду к вам домой. Я хотел позвонить вам, чтобы узнать, готово ли платье и дома ли ваша сестра. Хорошо, давайте я запишу. Вот. Это ваш салон? Да. Принадлежит моему отцу. Мой папа управляет. Я прихожу иногда, когда свободен. А чем вы занимаетесь? Моя специализация – партнерное дело. Неужели? Я тоже этим интересуюсь. И много чего научилась, наблюдая за сестрой. Хорошо. Тогда сделаем так. Вы помогайте своей подруге, и мне тоже нужно уехать по делам, хорошо? Я позвоню вам позже, хорошо? Ладно, спасибо. До встречи. Он действительно пришел в больницу после работы. Он не лгал вам. Понятно. Ну тогда желаю хорошего отдыха. Спасибо. Я тоже желаю вам хорошего отдыха, босс. Ладно. До свидания. Что нам теперь делать, Шайдо? Я все равно не куплю машину.
Я же сказала, тебе не нужно покупать машину. Я уже сделала свое главное дело. Ты очень коварная, Шайдо. Ты же меня знаешь. Вообще-то, тебе лучше перестать заниматься подобными вещами. Пока не собираюсь останавливаться. Мне нужно поймать кое-кого на удочку. Мы подумаем об этом позже. Ладно. А как насчет моего награждения? Где мои деньги? Не торопись. Я только что получила его номер. Если я увижу его еще пару раз, то получу свои деньги. Вот тогда будет тебе награда. Постарайся отдать как можно скорее. В прошлый раз ты тоже обещала деньги, но так и не отдала их. Да ладно, это были гроши. Когда я получу деньги от Бихрузаке, заплачу вдвое больше. Хорошо. Просто заплати как можно скорее. И куда мы сейчас едем? Сегодня ты будешь моим гостем. Пошли. Хорошо, согласна. Как дела, Надыр? О, Шухрат, как ты? Сколько раз я приходил, столько раз твои ворота стоят открытыми. Если соседские куры попадут в дом, они мигом травят посевы. Не волнуйся, я же здесь. Эй, слушай меня. Я недавно видел косого Алишера. Оказывается, ты планируешь свадьбу? Это он тебе сказал? Да. Но я слышу это на улице от посторонних людей. Ты что, не смог просто позвать меня и сказать об этом? Шухрат, пока ничего не ясно. Скажу тебе, когда прояснится. Да, это другое дело. Но он безумолко болтает на улице о том, что у вас скоро большая свадьба. Он несет чушь. Ты же его знаешь. Хорошо. Какая помощь тебе нужна от меня? Сколько лет ты был моим другом? Просто будь рядом со мной. Этого хватит. Хорошо. Тебе что-то нужно сделать? Прежде всего, мне нужно отремонтировать дом. Нужно вызвать мастеров. Я откладываю на это деньги. Хочу начать, когда получу зарплату. Эй, нет, не нужно вызывать мастеров. Вот я, все могу сделать. Да и ты тоже можешь сам сделать. Мы оба сделаем все потихоньку. Да ладно, Шухрат, не хочу тебя беспокоить. Эй, что ты несешь? Давай, идем. Показывай мне, где нужно отремонтировать. Все сделаем сами. Да, нужно отремонтировать все комнаты. Идем, сначала покажи. Пока что твои ворота выглядят хорошо. И цвет также остается. Ну-ка, идем. Хорошо. Давай, покажи мне дом изнутри. Закрой ворота, а то куры войдут. Алло? Алло. Ассаламу алейкум, Джемштаке. Как поживаете? Валейкум ассалам. Спасибо. Как ты сама, Шайдо? Спасибо. Не побеспокоила? Нет, нет. Как дела? Все в порядке? Мы можем с вами встретиться. Хорошо. Все в порядке? Да, все нормально. У меня к вам есть разговор. Ладно. Когда ты закончишь свою работу? Я сейчас собираюсь уйти. Понятно. Шайдо, я пришлю тебе адрес. После того, как уйду с работы. Мы встретимся там и поговорим. Договорились?
Ладно, увидимся. Хорошо, до встречи. Пока. Все ли в порядке? Но кухня определенно нуждается в обновлении. А комната для девушек в хорошем состоянии. Да. Но нужно отремонтировать и эти комнаты. Двор тоже нуждается в ремонте. Нет. Выглядит хорошо. В день свадьбы мы закроем весь этот ваш сад занавесками. Но украшения дорого стоят. Эй, я принесу сам занавески из дома. Успокойся, у нас много занавесок. А какой цвет покрасить снаружи? Не знаю, надо подумать. Мы должны записать на бумаге, какую краску мы используем, какой вид краски мы используем и какие еще есть недостатки. Потом идем на базар и принесем все, что нужно. Ну и что скажешь? Согласен. Но сначала я должен получить зарплату. Потом что-нибудь решим. Но я ведь буду отвлекать тебя от работы. Эй, о чем ты говоришь? Ты мой друг. Не каждый день у тебя свадьба. Но у тебя всегда будет работа. Я каждый день буду брать отгулы под разными предлогами. Но мы отремонтируем твой дом, друг мой. Но без работы у тебя же денег не будет. Не думай об этом. Аллах даст. Почему ты не пошел сегодня на работу? Эй, ведь сегодня весь мир будет отдыхать. Сегодня выходной день. Понял, Шухрат. Эй, иди, принеси бумагу. Все запишем. Ты серьезно? Вот так вот хочешь повесить занавески? Нет, мы можем повесить вот так. Все хорошо. Да перестань. Идем, зайдем в дом. Ты же знаешь мой характер. Мне все равно, что он чемпион. Никогда больше не приходи в этот дом, понял? Убирайся вон. Если я тебя еще раз увижу, ты лишишься и второй ноги. Тебе понятно? Если бы у меня был внук, я бы привез его в свадебный зал. Не на лошади, а на верблюде.